год выпуска этих коньков моих. Представляете, вот сколько они дюжат, вот как делали. Вот сижу одна вот там на кухне, сижу и смотрю, какая-то прямо радость какая-то или как настроение хорошее. Потом всегда думаю, вот кто-нибудь бы рядом был, смотрел бы, какая красота. Вот красота неимоверная. Летом, когда много людей, вот иногда иду и говорю, ну подбирайте за собой, убирайте за собой, не оставляйте, все это в Байкал идет, да? В этом месте он для меня все. Я бы могла это все бросить после мужа, да? Но я этого не могла сделать. Я знала, что здесь очень тяжело жить. Отец трудился, да, с мамой. Вот. И как бросить? Ну как бросить?